хрена ты? Охренеть. Блять, ну чё за долбоёб? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Пицца Геймер Вольтплеер, и добро пожаловать в новый гайд по FNAF Air Special Delivery. Это будет последний гайд на самого последнего нового аниматроника, как вы уже догадались по моему вышедшему ранее трейлеру, это будет Fun Time Freddy. Его не все ждали, потому что, и, кстати, на него очень много жаловались, потому что он легкий. Я просмотрел некоторые тактики, некоторые говорили, что у него механика Бэйби немного используется, у некоторых Джеку Бонни, у некоторых вообще просто обычный Фокси, я не знаю, как это вообще связать. Я лично просто расскажу, что он из себя представляет и как его победить, если кто-то не знает. ЦП и костюм, конечно же, вы увидите в видео. Я сегодня покажу три боя. Один из них основной, просто для образца, а два из них будет уже... Охренеть, какими прикольно. Ну, кстати, вы их уже должны были видеть на канале. Я их выпускал, когда выпивал ЦП и костюм Фантайма. И именно эти ролики будут. Я их сохранил, и такое я никогда не удаляю. Не буду дальше вас задерживать. Ставь лайк, подписывайся, если не подписан. И поехали. А вот и он, Fun Time Freddy. Аниматроник, вышедший 24 декабря 2021 года. Ранее этот персонаж еще был давно анонсирован, еще в декабре 2019 или в феврале 2020 года. На тизере с коробками и паками. Бой с аниматроником будет делиться на две части. Это бой с основным Fun Time Freddy и бой с Бон Боном. Fun Time Freddy будет двигаться довольно-таки быстро, и вы должны будете его найти за считанные секунды. Радиус его вомек достаточно средний, поэтому не волнуйтесь, можете не использовать фонарик. Однако, если побаиваетесь, то лучше используйте. Потому что его помехи очень слабые, и их хрен услышишь. Патроник также может использовать хайвайр. Это вот это барахление и дергание. Он его редко использует, но тем не менее стоит уворачиваться как можно быстрее, потому что еще не точно определено время на отворачивание. Аниматроник будет зачастую с вами разговаривать, и это будет вас отвлекать и не даст сконцентрироваться на помехах и хайвайре, поэтому будьте внимательны и не отвлекайтесь на посторонние вещи. После победы над Fun Time Freddy появится Бон Бон. Бон Бон, он такой же, как и обычный Балун Бой, по крайней мере по хитбоксу и размеру. Он будет ходить бесшумно, но его помехи будет можно хорошо услышать, поэтому ориентируйтесь на самое шумное место. Обычно Бон Бон нападает сразу и не медлит, но иногда он может использовать реально фальшивые атаки. И использует он их от одной фальшивой атаки до трех. Чтобы победить аниматроника, нужно его просто ударить током, но для этого опустите камеру, чтобы не промахнуться, иначе если вы будете смотреть на таком же расстоянии, как и обычного аниматроника, то Бон-Бон просто пройдет под вами и разблокирует доступ к Fun Time Freddy. Также прошу вас заметить то, что после того, когда Бон-Бон вас ударит один раз, он снесет всю вашу прочность вашей защиты. И раунд начнется опять. Вам придется снова продержаться с Fun Time Freddy, а потом победить Бон-Бона. Ну а теперь давайте я вам покажу те самые два ролика, где я выбил костюм и ЦП. А также еще раз объясню механику Бон-Бона для тех, кто еще не разобрался. Ready for a surprise! I see you over there in the dark! Come on out! Over here!
I want from you, except your life. Hey, Blood One! I think that's them over there! We should go give them a sobriety or not! Here I come! Get ready for a surprise! I know you're over there somewhere! Over here! I want from you, except your life. Listen for my footsteps. Closer, closer. Ready or not, here I come. What happened, Blood One? Hey, I'm down here. Hey, watch it. You almost stepped on me. Just need a little bit. Well, hello again! Listen for my footsteps. Closer, closer. Get ready for a surprise. Ready or not, here I come. I see you over there in the dark. Come on out. Over here! There's nothing I want from you, except your life. Are you having fun yet? I know that I am! Get ready for a surprise! Ready or not! Here I come! I know you're over there somewhere! Over here! Listen for my footsteps! Closer, closer! There's nothing I want from you, except your life! Hey, Blood One! I think that's them over there! We should go give them a surprise! Ready for a surprise! Ready or not, here I come! Are you having fun yet? I know that I am! Over here! Down here! Tonight. What are you waiting for? I'm over here! Give me some energy so I can wake up my friend!
power supply at 100%! Что ж, ребята, вот и подходит этот гайд к концу. Что могу сказать уже? Я не буду больше делать, по крайней мере сейчас, гайдов, как победить аниматроников отдельно, потому что я разобрал всех аниматроников, за исключением, ладно, одного скина, это Golden Freddy. Все хотели его анимацию, но анимацию я не вижу смысла вам сюда добавлять и смотреть. А также Great Escape разбирать там нечего. Он такой же, как и стандартный Golden Freddy. И глаза у него во время Highwire Springtrap почти такие же. Вы вряд ли ошибетесь. Поэтому извините за прошлый гайд, я серьезно, я был уже полусонный, когда это все снимал. Сейчас же я уже иду готовиться к школе. Сегодня последний день, ребята, как и у меня, так и у вас, я уверен. Поэтому в течение 2 месяцев я сделаю 2 ролика. Я постараюсь, по крайней мере, да. Всем спасибо, кто сейчас смотрел до конца. Всем спасибо, кто меня поддержал. Сейчас очень огромный актив поднялся благодаря гайдам. И я очень этому рад. Очень рад и очень доволен. Спасибо всем огромное. Ну, увидимся мы уже в следующих роликах. Всем удачи в школе, ребята, кто учится. Всем пока-пока, до скорого и удачи!